Перед матчем между национальными сборными Бразилии и Мексики в центре Самары прошел карнавал. Шествие двигалось от площади Революции до улицы Красноармейской по пешеходной улице Куйбышева. Участие в нем приняли десятки танцевальных и музыкальных коллективов. К ним присоединились сотни жителей и гостей города. Танцевальный парад стартовал в 8 часов вечера. О победе сборной России в схватке с Испанией все участники карнавала узнали прямо во время шествия.